Бег – основа здорового образа жизни. В этом уверены те, кто пришел на территорию лыжной базы, чтобы принять участие в традиционном Всероссийском дне бега кросс-наций. Он проходит в Сарове уже в 17-й раз. На спортивные дистанции по сравнению с прошлым годом заявлено большее количество участников. Если в прошлом году было порядка 15 человек, то в этом году на спортивные дистанции заявлено 45 участников. На массовые забеги военнослужащих было тоже очень много. Это порядка 300 человек. И также на забеги школьников, студентов и всех желающих это около 2000. В спортивных забегах на дистанции 4, 8 и 12 километров участвовали горожане самого разного возраста. Самому младшему 15 лет, а самому старшему за 60. Все участники стартовали вместе. Один круг равнялся 4 километрам. Те, кто бежал максимальную дистанцию, преодолели 3 круга. Позже на старт вышли студенты саровских вузов и школьники 5-11 классов для участия в массовом забеге на 2 километра. Ранее такую же дистанцию преодолели и саровские военнослужащие. После финиша участники не стеснялись делиться впечатлениями. Занимаюсь много лет спортом, я люблю бегать. Я волновался сегодня, но бегал изо всех сил. Старался занять какое-нибудь хорошее место, но я думаю, этого не хватило. Да, я с самого начала бежал третьим, отстал я. И я занял место где-то 6-м, я, наверное. В кроссе нации участвуют не только любители, но и профессионалы. Так, в спортивном забеге приняли участие представители сборной команды Нижегородской области по лыжным гонкам. Сейчас они проходят сбор в нашем городе, и дополнительная практика никогда не бывает лишней. Для большинства участников забегов спорт – неотъемлемая часть жизни. Я сегодня бежала 8 километров, спортивная дистанция. Ну, бежала быстро, 4:45 средний темп, но бежать было тяжело, потому что жарко. Жарко и песок, и горка. Я занимаюсь уже где-то лет 9 бегом. Бегом на длинные дистанции, марафонским бегом. Мне в жизни это очень помогает. Помогает отдохнуть от работы, от сидячей. Помогает в психологическом плане. И я уже как-то не представляю свою жизнь без бега. По окончании соревнований все участники получили призы и памятные сувениры. Никита Белямов, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.